ждет следующий специалист. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я ваш врач, нарколог, скинья СМР. Хотелось бы провести небольшой опрос. Давайте начнем. Пьете? Ну и хорошо. А воду? Прекрасно, прекрасно. Курите или курили ли когда-либо? Хорошо. Всякие парилки, вот ботики, вейпики. Запрещенные вещества или на данный момент употребляете? Ну, я ожидал. Можно было бы уже приступить к осмотру, на самом деле. В этом и заключался весь вопрос. Давайте приступим к осмотру. Посмотрим ваши ручки. Антидепрессанты, вещества, действующие на психику, вещества в плане лекарств принимаете, нет? Хорошо. Ну, в принципе, что могу сказать? Я по вам вижу, что вы здоровый, полностью здоровый человек. Все хорошо. До свидания. Здравствуйте. Пожалуйста, назовите вашу фамилию. Так. Так. Сейчас будет несколько вопросов. А вы сколько обычно вы ложитесь спать приблизительно? Можно не точно. Часто ли у вас наблюдается стрессовое состояние? Часто ли вы волнуетесь по пустякам? Долго ли вы избавляетесь от стрессовой ситуации? Часто ли у вас есть перепады настроения? А когда вы находитесь в стрессовой ситуации, вы всегда контролируете себя? Так, сейчас я вам быстренько покажу картиночки. Первое, что вы увидите на этой картиночке, потом сразу же мне скажите. Да, первое, что вам придет в голову. Ага. Так, а последняя картиночка. Окей, так. В принципе, все. Наш прием закончен. Все, давайте, до свидания. Ну, здрасте, здрасте. Забор покрасьте. Куда собрались-то? Эй, ты куда пошел? По мокрому не ходи. Куда собрались-то все? На танцы, что ли, или что? Вы все пришли в медицинское учреждение. Будьте, пожалуйста, добры надеть бахилы. Да, у нас тут свои правила, которые нужно соблюдать. Если вы пришли на осмотр к врачам,
сердцебиение, свое зрение там, или потом на недруленном сердцем. С проблем с сердцем нет.